любому, да, протоколу. Так, мы с тобой танчим. Этот, сакрифайся, ты тут? А, нет, мне нету. А почему тебя нету? Пошли с умнем. Принимай готовность. Ты дро. Ты не у ИВК, что ли? Где ты? Я в инсте. А, так чё? Кто там чего? Разобрались? Давай, Блуди Ангел, каски. Акты уголы, кулаки, три все кресты. Сторожила тут. Сторожила отсутствует. Еще раз чек. Пижон. Все, запускаем. Привет. Добро пожаловать, герои. Так. Вы услышали ДЦ и Холли Паладин. И без колебаний откликнулись на него. Дайте лапу, пожалуйста. Опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Отходите, серебряного бежим. Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Зрачка, пацаны. В глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий мир. Крисия, ты кого собираешь? Ой, герой. Здесь, Ретрика? Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Блять. У тебя пуха двуручная есть? Я видел и более достойных соперников в багровом а, круге. Все ты напрасно тратишь наше время, паладин. Скормока надо. Забирай подкрой. Ну я каплю дал, сейчас после капли заберу. Не-не, я скажу как. Пока не надо. Ага, теперь давай боб на меня. А, все. Все отлично. Правого червя бьем, как обычно. Так, что дочку не собрали? Нет. Нет. У меня свет попал. Только что включили. А мне такси. Блять, откинуло. 7 секунд, 6, 5, 4. Бабу. Все, зря снял. Снял бабу. А этого добили, нет? А вы где? И выказываешь, вот. Блин, почему я все время захожу в ВК, и там типа уже и ВК, и они там где-то третьего босса бьют? Это хрень какая-то уже который раз происходит. Я хочу в ВК. Тебя очень здорово, здорово, я тебя не узнал. А, привет, Вова, я немножко простыла. Ну ты поправляйся. До 37,5 температура опустилась. Владимир, у кого аура не стоит? Поставьте фрост. Распределитесь вокруг босса. Не стойте в одной точке. Два человека вместе на линии не стоит. Это вас размажет по стенке все. Филипца кикнули из гильдии? С чего ты взяла? Его кикнули из беседки. Его откуда-то кикнули, но я не могу понять откуда.
С Рейдой его кикнул. Кого? Филанской собычки. А, с Рейдой его кикнули. Ладно. Вова, ты ВК сейчас? Да. Я тебе сейчас скину, какой у меня голос был во вторник. Чем могу быть полезен? Ой, ты, у тебя есть дубль-спик? Ага. Не, серьезно, спик, если есть. А чё, ты, с тебя не сорвут, там маги всякие? Там не сорвут. Ну давай попробуем. А у тебя второй какой спик? У меня шмота нет на второй спик. Откуда? Благодарю, верховный лорд. А теперь смельчаки. А на кого сейчас квест недельный? Не знаю. Зам. Вов, я скинула. Готовьтесь к забвению! Частицу на Блуди Анджел, он сейчас протопал один танчит. Попробуем зергануть. Пижон есть, а тайфун у тебя? Ага, получи! Нет! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель желающего легиона! А как это рейд не собрался? Было же 30 человек, но он... Беги, малышка, беги! Этих мобов так много, типа портал не залили, бесконечный выход. Да. Воу. Вы на жопке? Пишь и не сорвай. Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Гацы, типа. Запустили еще. Не знаю, может опять ДД тоже остался, сейчас не знаю. Ну, смотря какой состав сейчас будет в этих федерациях. Ой, давайте без приключений, а то сейчас будет как в прошлый раз. А что было в прошлый раз? Ну что, еле-еле убили. Так, АДК тоже есть Акова. Сейчас посмотрим, кто там будет. Позволь моим чемпионам. Ну что, если один милик какой вар там. Вообще должно быть два милика. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Так, вар... Вар... квадрат... Протопал, ты танчишь? Мне, наверное, ДК достанется. Так, ДК, крестик мой. Сова. Там еще ретрик есть. Там шпал ретрик. Ну, значит... Шаман это кто, Элен, что ли?
Ну или хил, или лем, ну хил, наверное. Значит, первым бьете ретрика. Мы держим квадратик и крестик. После ретрика бьете кружок, у него самое маленькое количество хп. Потом ромбик. Потом после ромбика сову, треугольник. Звездочка, кружок, ромбик, треугольник. А потом кто останется. Значит, по контролю, ну, даем всякие замедления, корни, если срывается там вар или кто-то. Масс диспел, дуду типка. Ну, блядь, что тут еще сусолить? Чек на пул. Я сразу дам ветер сове. Совой. Да, на сову там по диминишингу кидай. И на саму, на кого-то там. Сакрифайсер тут? Да. Сворачивай там. Погнали. Так, кого я держу, блядь? Кого первого? Так, звездочку. Дам сало кружку. Беги, малышка, беги! Да, хватит звезду быстрее, после звезды кружок. После звезды кружок, диспелс. Так, звезду добили, кружок бейте. С вихрь по ромбику, по трусам. Давайте, кружок добили, после кружка ромбик. После кружка ромбик. Давайте ромбик убивайте. После ромбика трусы. Все, трусы бейте. Давайте теперь крестик. Вот, может Го его еще одного ИВК? Ну, Го. Давайте убивайте квадрат. Ты что, Мишку хотел одевать? Да, надо. А? Не, ну это круто будет. Я там, короче, на посланника посчитал. Там, короче, получается. Башка никому не надо? Ну, просто хотела по отдельным пойти. Не, я, типа, собирал по отдельным шмот, не докуда. А когда на посланника, кстати, пойдем? Ни одна чего осталась. Хламобот еще в десятке нужны. Ты такой интересный, когда пойдем. Когда вот будут люди с шмотом. У меня вот есть фурик про товар. Меня протопал. Там же надо хилы, там ДД надо, шипы всякие, блядь. Все нужны, шаман, блядь, колик, ДЦ. Так. Чек на... Бьем это самое правую. До посинения сакрифайсер принимай. Все, начинаем. Я до побеления. Стойте так, чтобы было удобно сменить цель воронка. Отведи обратно к воронке свою черную, чтобы она завешивала рейд. Так, способность 5 секунд, подготовьте. Подготовьте, секунда. Эту же бьем, все нормально. Или...
на срезы хила нету, это подвох. Да задамажить. Че, монеты рамса? Посох хелма не упал. Что тебе угодно? Ты все еще ни в чем есть армс у тебя? Твердый паладин. Мы примем любой вызов. Ну ПВП спекайся. Нам пригодится. В шмоте на фурика оставайся и спекайся. Смертельный удар по КД нажимай на босса. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного. Так, а как вам тут хилиться будет? Нормально? Или может быть как-то поменять что-то, не? Нет такого испытания. Да я думаю, успеем забрусить. Могу я в шип спекнуться, ты нас попадешь, если потом скинешь и 31 захилит. Давай спекайся в шипе. Так, вы еще поконтролите. Нет, там урез хила надо. Он на 50% от хил срежет. Бездумно построили свои дома. Хотя хер его знает. А чем Трисия хилить будет? Боже, он будет хилить одного танка и второго танка частицы, а рейд захилит ШП. Все. Короче, жуков, когда 30 будет, если жуки будет, мы их сольем первых. А дальше, ну или может быть этих же тоже. Короче, смотрите, жуки ближе к 40-30%, слева сакрифайсер контролит жука, сразу слева вставай, дудутипка справа, и все, и мы это... А, геры-то нет, ну и похер, короче. Бля, сейчас брустить будем. Сколько у нас получается? Два танка. Ладно, должны убить. Или не убьем, не знаю. Если собираешься контролить, то спекайся в ДД. Так он в ДД и так. Я про тебя. Про меня? Да. А, ты один хочешь? Под... Ну давай. Если вы законтролите мобов на второй фазе. Ну, да, да, законтролим. А так знаешь как, смотри, сейчас я спекну, блядь, сбил. Знаешь как, смотри, босса с пуль, чтобы трэш не надо было вести вот так, типа, дальше. Вот, вот где мы стоим, типа, вот где сова стоит, сюда босса подтянешь, ну, типа, сюда, понял, да? И трэш просто со сторон подойдет к нам. Ни одного притяну ты там, это, притянешь, какого, вот этого вот притянешь, а вот этого я притяну. Так, сейчас приодену. Так, чек на пул. Слева сакрифайсер. Слышишь, сакрифайсер, слева моба контролишь. Сейчас будем зергать, ну типа должны без роста успеть. Че, ты готов? Мы первых убиваем мобов? Да, конечно, первых убиваем, а вторых сконтролите. Ну типа, я справа притяну, как сейчас на босса смотрим. Понял, да, босса сюда отводишь, ну типа подтягиваешь поближе, где вот сова стоит. Давай, ага, начинаем, бьем. Начинаем, бьем. Еще бы можно было, вот еще разворачивать. Давайте. Любым К дали пристану. Маги, пидоры. Все, бьем мобов. Не потянул, ну ладно. Этот, да, хорошо, поднимаем, намажем. Давайте бьем сильно. Сейчас приготовьтесь, мобы, которые выходить будут, контроль, да. Как увижу моба, скажу. Давайте переводим. Да. Сейчас бьем зерга. Ёбаный. Вышли мобы там, давайте контроль. Этот сакрифайсер, дай контроль. Ой.
Ну бейте, чё. Скового нежити можно дать, конечно, пусть я не знаю, что вы там. Ладно, ой, косяк, сорян. Я дал, типа, тот чувак не дал ехать. Да, потому что вышел с твоей стороны, с моей стороны не было ломба. Так, ну, там два вышло их с моей стороны. А слова еще звездопад давать, типа, потом. Я звездопад подождал, покуда они подошли, я сразу не давал. Так а что толку, ну, любой урон убивает их с контроля. А, ты пижон не понимаешь. Ну ладно, спекай себе пижону в хила. Что я не понимаю, объясни мне. Ну, мы первых мобов убили, а вторых мобов, которые ближе к последней фазе, мы хотели контролить. Когда ты даешь звездопад, он ударяет мобов и выбивает из контроля, в котором они ничего не могут делать. Я отдал звездопад, когда уже оставалось 4 человека живых. Уже так думаю, ну мало ли. Ясно. Что, спекаться? Давай. Хотя виноват будет, не может огонь держать. Давайте спекнемся в 2 хила в 2 танка. И попробуем так. Так мне вердру или что? Да. Пусть дублютипка поконтролит. И сакрифайсер. Сакрифайсер слева, дублютипка справа. Дублютипка. Дам ассиста, если с твоей стороны выйдет 2 моба, на одного моба кинешь любую метку, и эту метку контролишь ты, а второго без метки сакрифайсер. Ок. Так, подводишь под босса трэш. Я танкую босса. Чек не буду. Давайте первых мобов вливаем. Отведи подальше босса потом. Чтобы мобы были. Не, ну типа когда мы контролить будем, мобы типа здесь рядом вообще выйдут. Неудобно будет. А, ну давайте, бейте пока этих мобов. Ну, наверное, зарывание будем ждать. Посмотрим. Бейте сильно. Короче, вылезут мобы, будем их сливать. Пошли мобы справа, слева, давайте под босса и сливать. Вешаем. Повешите мобов. Бейте моба на мне, который... Бейте РБД. Бейте моба. 30к. Луж нету, да? Давайте бейте лужи. Прожимайте что-то. Сверху такие есть шарики. И забегайте на лед. Забегай. Жон, а спекнуться в кошку и нажать спринт ты не можешь. На КД, блять. Но все равно в кошке быстрее, чем медведи бежать. Не, если там ну, никаких талантов нет. Без таланта нет. Ладно, ясно. Просто этим просто влезть бы в босса и больше. Перевели бы там 30% у него оставалось. Дуду типка сакрифайсер обновлением рейд посейвите. Ни хера себе, как он далеко. Перевели. С мобы сейчас выйдут, поможет. Идите контроль.
мало хп будет, магам там обновление кидать. Вот два моба законтролены, бейте босса. Следующих мобов протопал танч. А этих обновляйте контроль. Обновление обсейвить кого-то. Мага вам по обновлению кидает. Мы не сдох. Трисе умирает. Еще одна душа накормит хозяина. Ну ты без разу хилает, это зомба все. Нельзя его так убивать. Да. Ой, соло. Знаешь, щиток надо кому-нибудь.